Яна Григорьевна Тамбовских, Алтайский край, Косихинский район, село Косиха. Библиотека имени Роберта Ивановича Рождественского. Баллада о красках. Словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила, а другой был черным-черным у нее, черным, будто обгоревшее смолье. Спросами она говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, 40 памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли поклонились маме в пояс и ушли. Довелось бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым. Звой зелень застоявшихся полей, серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, два крыла воевали, до победы нить ждала. Нет, не била, не плела она судьба. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг. Повезло одной на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Краски.